Да. А если им показать мяч, это вообще что будет? Что будет? Пожар. Елена. Тренер. Вот, и тренер появился. Видимо, тебе позвонили. Значит так, наш уважаемый тренер Ажи. У тебя уже должны были уши гореть. Мы тебя очень долго обсуждали. Я весь горю. Ажи, мы знаем, что ты любишь в Инстаграме прямой эфир включать. Давай, да, включи, пожалуйста. Сейчас будет очень интересно, поверьте нам. Такое оригинальное поздравление с наступающим 23 февраля. Ну вот прекрати уже, давай включай. Это будет интересно, поверь нам. Мы тебя никогда не обманываем. Итак. Наш многоуважаемый и любимый тренер Анжи, мы тебя поздравляем с наступающим 23 февраля. Спасибо, что ты с нами. Девушки подготовили для тебя интересный сюрприз. Я тоже посмотрю на него. Я тоже, пожалуйста. Лера, иди ко мне. Да, давай с тобой посмотрим. Музычку нам можно? Вокруг мир кружит, и не только вокруг нас. Поздравляем, торжественно вручаем тебе небольшой подарок. Можешь поцеловать их, девочек, шмок. Мне кажется, его никто не делал свой подарок. Оригинально. О, это надолго, понятно. Все, он пошел каждую целовать. Представляете, как мужчина сейчас завидует? Анжи, я бы на твоем месте сейчас бы сбежала быстренько. Кого поцеловали довольно счастливые девушки, можем проходить. Мне кажется, Юля довольно больше. Это Спарта. Не зря я сочинила вот эту вот поэму и не сказала про банду, потому что это действительно банда. Бородатая банда. Ну что ж.